Добрый вечер. В эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азат Жумаханов. И сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Смотрите сегодня. Великая сущ. Урожай 30 крестьянских хозяйств Ембекши-Казахского района под угрозой гибели от жажды. Карантин не помеха. Мониторинговая группа выявила нарушителей режима в ходе ночного рейда. Учеба. 16 абитуриентов Алматинской области пытались пронести в центр тестирования неразрешенные предметы. Как следствие, недопущены к сдаче тестов. В Алматинской области прекращают работу детские сады, образовательные центры, кружки и другие места детского досуга. В этот список вошли торгово-развлекательные центры и религиозные объекты. Об этом гласит постановление главного государственного санитарного врача Алматинской области от 23 июня текущего года. Между тем, специальные мониторинговые группы обнажают злостные нарушения санитарных правил во время проводимых рейдов. На 1,5% возросло число заболевших коронавирусной инфекцией в Талдыкургане к началу текущей недели. По последним данным, более чем у 300 горожан выявлены признаки COVID-19. И хотя главные санитарные врачи Алматинского региона и Талдыкургана уже давно трубят об ужесточении противоэпидемиологических мер, некоторые владельцы баров и ресторанов подобные меры обходят стороной. Специальная мониторинговая группа в ходе вечернего рейда выявила серьезные нарушения в работе городских точек общественного питания и кальянных. Так, сотрудники кафе «Алым» готовят еду и кормят посетителей, не дожидаясь окончания строительных работ. При этом работают с клиентами без перчаток и масок. Нарушение. Почему, вот допустим, Атишман, у вас ремонтная работа, строительство идет. Здесь кухня параллельно работает. Фамилии, данные все дайте свои. Все, объясните мне по этому вопросу, верно берется. Потом джарцы, множество джарцы было, когда мы кегенгезде, половина без перчаток, без масок у вас работает, ребята. Помимо наличия сменяемого запаса масок и перчаток, мониторинговая группа также проинспектировала наполненность санитайзеров и соблюдение санитарного расстояния между столиками. В ходе проводимого рейда проверили и ряд кальянных, которые пока не должны работать. Так, сотрудники увеселительного заведения «Мята Лаунж» утверждают, что кальян у них не курят. Они работают только на вынос. Так, почему без масок? Первый вопрос. Первый вопрос. Вот первый сразу. Вы без маски, ваши сотрудники без масок. Кто-нибудь есть, кто сейчас курит кальян? Нет, кальян у нас еще не продают, только доставка кальяна. А почему? Нет, сейчас стоит? Внутри есть? Нет, внутри нет, только у нас получается только доставка. Нет, понятно. А где внутри есть? Где у вас кабинки там курят? Курящие есть? Нет, вот. Давайте пройдем, посмотрим. Поднявшись на второй этаж кальян-бара, взору представителей мониторинговой группы открылась совершенно другая картина. О, пожалуйста, вот. Здравствуйте. А что, не знаю, потому что кальян запрещен вообще. Не сидите, окей? Кальян запрещен, ну, пожалуйста, у нас посетители здесь имеются. Дальнейшей судьбой этого заведения будут заниматься ответственные органы, а мониторинговая группа продолжила инспектирование еще нескольких объектов. В их число и кафе «Буржуй», которое, игнорируя постановление главного санитарного врача Республики Казахстан, продолжает работать после 23 часов. По результатам рейда мы охватили около 9 объектов, двух пунктах общественного питания выявлено, что употребляется кальян. Здесь выявлено нарушение. Теперь согласно данных нарушений будет составлен протокол. И материал будет передан в административный суд для рассмотрения. И также выявлены нарушения. Работают объекты после 11:00 вечера. И также выявлены объекты с грубейшими нарушениями санитарных норм, то есть здесь в части отсутствия перчаток и масок. Надо отметить, что суммы штрафов за несоблюдение санитарных норм и требований достигают 100 МРП. Таким образом, желающие заработать, не дожидаясь окончания карантина, делают хуже себе. Евгения Присяжная, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. В торговых домах Талдыкургана провели рейд по выявлению соблюдения установленных санитарных норм. Для этого создана специальная мониторинговая группа из числа сотрудников отдела контроля качества товаров и услуг, предпринимательства, полиции, а также других заинтересованных лиц. В ходе проверки нарушений не обнаружено. Это связано с тем, что подобные рейды проводятся ежедневно, говорят ответственные лица. Проверяют наличие санитайзеров, ковров, масок и перчаток.
Мы на постоянной основе обходим торговые дома и точки областного центра. С начала июня выявлено более 70 различных нарушений. Сейчас продавцы уже привыкли к требуемым стандартам. Скопление покупателей не наблюдается. Коронавирус еще гуляет по городу, поэтому мы и дальше будем бороться против его распространения. Мажилис подвел итоги специальной премии для журналистов «Парламент Сөзі» и назвал победителей по 7 номинациям. Так, по инициативе председателя Мажилиса Нурлана Нигматуллина, в этом году специальная номинация «Парламент Сөзі» «Арнайы сыйлығы» присуждена известному казахстанскому журналисту Бисену Куранбеку, безвременно ушедшему из жизни. По мнению спикера Мажилиса, огромный вклад Бисена Куранбека в развитие казахстанской телевизионной журналистики, а также его высокие профессиональные качества заслуживают самого широкого признания. Пропагандируя единство, профессиональный праздник готовится отметить и члены клуба ведущих журналистов и экспертов Ассамблеи народа Казахстана Алматинской области. Напомню, День журналистики сотрудники казахстанских СМИ и пресс-центров отмечают 28 июня. В этом году он приходится на последнее воскресенье месяца. А между тем, клубу ведущих журналистов Ассамблеи исполнилось 10 лет. Стоит отметить, что он стал первым региональным клубом в нашей стране, созданным сразу после республиканского. Сегодня в его состав входят журналисты ведущих республиканских и областных средств массовой информации, а также эксперты, представители этнокультурных объединений. По словам председателя клуба Ацалима Идигова, он был создан как своеобразная школа журналистики, и сегодня его основными задачами являются укрепление толерантности, сохранение межэтнического и межконфессионального согласия в государстве, гражданского единства, патриотизма и духовно-культурной общности. Может быть, что-то надо. Национальная политика – это очень тонкая сфера, деликатная сфера, очень чувствительная сфера. Вот. Даже одним неосторожным словом можно оскорбить национальное чувство, можно задеть. Да? Чтобы писать на эту тему, журналист должен быть очень подготовленный, профессиональный. У него и должны быть и все человеческие качества. Да? То есть этот человек должен быть с чистым сердцем, да, вот, с чистой душой. Такой нормальный во всех отношениях, у которого есть все эти добрые, светлые, хорошие человеческие качества. Ну а профессионализм я уже не говорю, это само собой разумеющееся. Поступление в ВУЗ придется отложить. 16 абитуриентов Алматинской области не допустили к сдаче единого тестирования. Причина тому – попытка пронести запрещенные предметы на экзамен. Еще 31 выпускник удален из аудитории за нарушение правил во время ЕТ. И это всего за 3 дня с момента старта испытания на подтверждение полученных в школе знаний. В этом году единое тестирование стало проверкой не только знаний, но и моральной устойчивости. По словам специалистов, контроль за правильностью проведения стал еще строже, чем ранее. Перед экзаменом каждый абитуриент дает расписку, что обязуется соблюдать все установленные правила. Помимо этого, выпускников школ предупреждают о систематической слежке через видеокамеры. Однако некоторых это не останавливает. В течение 3 дней 47 абитуриентов лишились возможности сдать единое тестирование. 16 абитуриентов за попытку пронести запрещенные предметы на экзамен, а 31 человек за нарушение правил во время тестирования. Просим всех абитуриентов не нарушать установленные нормы. Надейтесь только на свои знания. Сдать повторно тест в этом году нарушившие не смогут, однако возможность поступить в ВУЗ у них все же есть. Если выпускник до этого сдавал единое национальное тестирование в январе 2020 года, и у него есть сертификат, и при том, что он набрал пороговый уровень, он может учиться платно, на платной. Даже при том, что если в июньском ЕНТ его результаты были аннулированы за несоблюдение правил единого национального тестирования. В этот раз не смогли сдать тесты еще 15 абитуриентов. Их не допустили по состоянию здоровья. Эти дети, когда уже их состояние нормализуется, когда они выздоровеют, то они уже сдают со следующими потоками. Для них будет организован, даже если ЕНТ закончится, для них специально будут организованы, чтобы они могли сдать тест и участвовать в конкурсе образовательных грантов.
Всего за 3 дня в едином тестировании приняли участие более 4000 выпускников школ Алматинской области. На данный момент самый высокий показатель – 133 балла. Такой результат продемонстрировали 2 абитуриента из Талгарского и Егенского районов. А в целом подтвердить знания путем тестирования изъявили желание более 11 тысяч выпускников ЖТСУ. В регионе тестирование проходит с 21 по 30 июня. Ануар Амангельдинов, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. Казахстанская спортсменка, боец UFC Мария Агапова вернется в октагон 22 августа. Боец смешанного стиля проведет поединок против Шаны Добсон на одном из турниров серии UFC Fight Night в США. На счету Добсон 3 поражения подряд в UFC. Всего в профессиональных смешанных единоборствах она провела 7 поединков, в которых одержала 4 победы. Мария Агапова на профессиональной сцене провела 10 боев. Которых одержала 9 побед. Агапова подписала контракт с UFC в конце февраля текущего года, а дебютировала в промоушене на турнире UFC Vegas 2, проходившем в Лос-Анджелесе на арене UFC Apex 13 июня. Бой завершился победой Агаповой в первом раунде над Ханной Сайферс. За эту победу Агапова получила бонус от UFC за выступление вечера. Почти треть казахстанских предприятий, выпускающих яичную продукцию, на грани банкротства. Работу в этой отрасли могут потерять свыше 2000 человек. Причем в основном это жители сельской местности. По информации профильной ассоциации, общий объем производства яиц в Казахстане уже успел снизиться на 100 миллионов. Бизнес птицеводов остановился из-за того, что они перестали получать субсидии. Из-за этого фермеры не могут закупить корм, который подорожал в 2 раза из-за повышения курса доллара. Если раньше тонна зерна стоила больше 40 тысяч тенге, то сейчас почти 100 тысяч. При таком сценарии в Казахстане могут закрыться все мелкие и часть средних птицефабрик. Инфраструктура Арыси восстановлена на 90%. Об этом сообщил в ходе брифинга в службе центральной коммуникации при президенте аким города Мурат Кадырбек. По его словам, более 62 тысяч человек из числа пострадавших от чрезвычайной ситуации жителей 8 ближайших населенных пунктов получили помощь в общем размере 6 миллиардов долларов. Также во время ЧП пострадали 467 объектов предпринимательства. 404 владельца объектов через общественный фонд Мининг Атамекеным получили более 3 миллиардов долларов. Мурат Кадырбек напомнил, что помощь в восстановлении города оказали все регионы Казахстана и поблагодарил казахстанцев за совместное участие. Весной текущего года свою работу возобновил Большой Алматинский канал. Ранее сообщалось, что воды для посева крестьянских хозяйств Шелекского округа Эмбекши-Казахского района хватит на весь сезон. Однако ситуация с поливом только усугубилась. Фермеры Шелекского и близлежащих сельских округов так и не получили обещанную воду и рискуют потерять урожай. Более 50 крестьянских хозяйств находятся в тяжелом положении. В этом году фермеры Шелекского округа полностью засеяли свои поля и планировали орошать их водой из Большого Алматинского канала. Но воды нет по сей день. Обеспокоенные фермеры в первую очередь обратились к представителям БАКа, на что последние ответили, что отсутствие воды связано с уменьшением притока горных рек. Я занимаюсь крестьянским хозяйством уже 30 лет. Мы возмущены тем, что нас не предупреждали о нехватке воды. Наоборот, говорили, сейте сколько можете, воды всем хватит. Если бы мы знали, засеяли бы половину поля. А теперь у многих здесь поля уже горят. Мы рискуем потерять весь урожай. Если нам не дадут воду, за которую, кстати, мы платим. У нас в районе, в нашем Эмбекши-Казахском районе, создалось очень плохое положение в аграрной системе. Воды нету, воду зажимают нам, не дают. Очень много. Вчера было собрание в Исыке. Нам сказали, обещали, что вода сегодня будет. Воды нету обратно. Уже все люди встали уже. Не знаю, что делать. За ответами наша съемочная группа отправилась к руководителю Шелекского участка БАК. Нуркожа Жусамбаев подтвердил, что в округе потребность в воде составляет 41 кубический метр в секунду. Сейчас же вода из Мартугайского водохранилища, откуда берет свое начало БАК, поступает со скоростью 28 кубических метров в секунду. 15 апреля Бартугай су қоймасында 295.
На 15 апреля текущего года объем воды в Бартугайском водохранилище составил 295 миллионов кубометров. Это вода, собранная за прошлый год. Сейчас такая ситуация развернулась в связи с низким притоком горных рек. Эта проблема наблюдается во всем Казахстане сейчас. В свою очередь, фермеры таким заявлением не верят. По их словам, вода в Бартугайском водохранилище есть, но куда она утекает, неизвестно. Руководители и инженеры Большого Алматинского канала о проблеме фермеров знают и даже приезжали сами в этом убедиться. Обещают нам восстановить поток воды уже неделю, но, как видите, ничего не изменилось, делится глава крестьянского хозяйства Асан Абаев. А промедление в решении данного вопроса может привести к потере большей части урожая в округе. Аделя Кжаркенова, Ербол Атантелов, телеканал ЖИТСУ. 27 преступлений раскрыто с начала года благодаря обученным собакам. 7 дел связано с наркотрафиком, остальные с кражей имущества. Тем самым четвероногие друзья вносят неоценимый вклад в борьбу с преступностью. Бельгийская овчарка Шейх, в отличие от своих многих сородичей, профессионально занимается раскрытием преступлений. За 5 лет пес стал настоящим сыщиком, от которого просто невозможно ничего скрыть. И таких помощников полицейских в областном центре кинологической службы 34. Недавно в дачном массиве Уйтас произошел факт кражи. По горячим следам и собака быстро нашли преступника. Далее наша овчарка Шейх быстро обезвредила преступника. В нашем центре у каждой собаки есть документы. Кормим 2 раза в день. Согласно графику, постоянно проводим тренировочные работы. Над дисциплиной и обучением животных неустанно трудится 12 сотрудников. Ерлан Мусапиров за 16 лет работы научился распознавать по взгляду собаки, какие эмоции она испытывает. Любит и ценит их как самых верных друзей. В основном пользуемся услугами собак породы немецкой, то есть восточноевропейской, бельгийских овчарок, лабрадоров, русского спаниеля, малиновы. Обучаются в различных направлениях. Участвуют в штурмах, поисках взрывчаток, наркотиков, людей. Мы действительно радуемся, когда доводим мастерство собак до совершенства. Обученные собаки – незаменимые помощники профессионалов. С привлечением четвероногих стражей порядка с начала года раскрыто 27 преступлений. Елеман Раймбеков, Айзадол Разала, Ерлан Азамбай, телеканал ЖИТСУ. Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката экс-президента. По его словам, судьи также приняли решение конфисковать принадлежащее Атамбаеву имущество. Как заверил адвокат, сторона защиты считает данный приговор несправедливым и в ближайшее время намерена обжаловать вышестоящие инстанции. Ранее прокуроры в ходе прений предлагали суду приговорить Атамбаева к 15 годам заключения. Экс-глава государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес и считает данный судебный процесс политическим преследованием. Атамбаев признан судьями виновным по статье «Коррупция» Уголовного кодекса Кыргызстана. В частности, суд посчитал, что экс-президент имеет отношение к незаконному освобождению из исправительной колонии криминального авторитета Азиза Батукаева. Соединенные Штаты до конца года останавливают выдачу грин-карт и рабочих виз. Такое распоряжение подписал президент США Дональд Трамп. В заявлении Белого дома отмечается, что задача такого шага – отдать предпочтение американским рабочим в условиях восстановления экономики после коронавирусного карантина. При этом не исключается, что действие запрета продолжится и в следующем году. Визы, одобрение которых приостанавливается, касаются самых разных категорий – от сезонных работников сельского хозяйства до высокоуровневых специалистов в науке и технике. Ряд организаций и деятелей раскритиковал решение президента. Среди них руководство компании Twitter и глава SpaceX Илон Маск. Они, среди прочего, подвергли сомнению заявление Трампа о том, что приостановка выдачи виз откроет для американцев более 500 000 рабочих мест.
Несмотря на пандемию коронавируса, в отелях Турции сохранят систему «Все включено», но для эпидемиологической безопасности изменят некоторые моменты в организации питания. Отмечается, что шведские столы в отелях оставят, но на кухне регулярно будут проводить санитарно-гигиенические проверки. Еду гости не будут накладывать сами себе, официанты будут подавать им желаемые блюда. Благодаря принятым мерам туристические объекты Турции имеют международную сертификацию. Чемпионы мира, Азии и Казахстана по тяжелой атлетике приступили к тренировкам. В связи с карантином они проводятся только на открытом воздухе. Для этого на базе Талдыкурганского спортинтерната развернута специальная площадка со всем необходимым инвентарем. Тяжелоатлеты Алматинской области славятся своими победами на чемпионатах всех уровней. Сейчас в закрытых залах занятия запрещены. Но тренеры нашли креативное решение – открыть полностью оборудованный зал прямо на улице. Соблюдение всех санитарных норм. Здесь и штанги, и спецнастил, и музыка для настроя. Не преграда для спортсменов и погодные условия. Члены национальной сборной приступили к тренировкам, которые с нашей области. Это Горичева Карина, Сон Игорь, Акмалдас Айрамкес, Аульханов Аблай. И в ближайшее время национальная сборная 5 июля начнется сбор Талгарии, Ваиба в составе национальной сборной. Сейчас пока набираем форму, вот с 1 июня уже 21 день, хорошие ребята, хорошая оптимальная форма. И спортинтернат создал условия. Мы поговорили с руководством, вот начальник управления Нурбахыт Молдахметович разрешил, что на открытом воздухе можно. Мы решили так вынести помост, установить штанги и работать. Конечно, бывают такие погодные условия, там чуть ветер, бывает дождь, дождик бывает, но все равно мы работаем, потому что не холодно. Впереди тяжелоатлетов ожидает еще много работы, несмотря на то, что в форме спортсмены примерно на 80%. Полной готовности они смогут добиться уже на больших сборах в Талгарском районе на базе АИБА. Планируется также проведение чемпионата Казахстана в Талдыкургане в начале сентября. А члены национальной сборной должны принять участие на лицензионном первенстве. Однако точные даты еще неизвестны. В зале комфортно, там все удобства есть, а тут на улице все равно же что-то не то. Поэтому я думаю, когда мы в зал перейдем, мы будем ценить, что у нас есть такой зал. Во время карантина у меня дома есть подвал, ну, в моем доме подвал. И я туда штанги взяла. И вот тренер писал мне план, и я сама тренировалась. А сейчас вот на улице с командой тренируемся. Планы на ближайший месяц на самом деле строить еще рано, говорят тренеры. И потому важно сейчас именно работать над собой, набирать силу. К слову, тренировки проходят в классическом режиме. Упор делается на рывок и на толчок. Алексей Цу, Ержан Дюйсен, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Это вся информация уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания.